Здравствуйте. Я гемолог, занимаюсь драгоценными камнями уже лет 7. Да. Но меня периодически кидало по жизни, я меняла профессию несколько раз. То есть я занималась в театральной школе, была администратором, то есть там мероприятия организовывать, я была фотографом, были мысли стать радиоведущей, но все равно я продолжала заниматься камнями. И не могла с никак ответить на вопрос, это вообще мое, не мое, надо ли оно. И тут меня дорога привела пройти тестирование, понять вообще свою профориентацию. И, как оказалось, это не только понять профориентацию, а в принципе немножко раскрыть себя. То есть узнать какие-то свои черты. В общем, я не ожидала. Я не ожидала такого результата, потому что получилось, что я о себе узнала какую-то некую информацию, которая теперь мне очень помогает в жизни. Например, то, что я интроверт. Для меня это такое открытие, потому что вокруг меня всегда очень много людей, так много движухи, всего происходит. Мне вроде как хорошо в этом. Всегда было ощущение, вы знаете, как на вечеринке. Все веселятся, ты стоишь в углу, и так вроде не стесняешься, но в то же время тебе комфортно вот здесь в углу. И когда мне рассказали о том, что я не хочу, мне этот вопрос стал ясен. И на самом деле очень многие тоже были открытием. Допустим, один из пунктов, что у меня ответили на вопрос, почему у меня была такая сильная пасть. Все добро. То есть я вроде такая хожу в песню, все хорошо, а потом раз, у меня пасть. Это провал. Это конкретный провал. И мало того, что мне рассказали, почему так происходит, мне подсказали, как из этого выбираться. А это очень сильно увеличивает качество жизни. То есть в моменты падения вниз я понимаю, что все будет хорошо, все будет прекрасно. Ну и вот есть некоторые ключи, которые мне помогают выбираться. В плане профессии, вот сейчас я устаканилась, у меня новая работа уже там 2 месяца, пока не очень долгий срок. Я понимаю, что я буду работать, есть к чему стремиться, я осталась в своей профессии. Чему очень рада, то есть я с камнями, это прям точно мое, это мне помогло определиться, так скажем. И у меня появилась прекрасная цель, я теперь вот еду учиться дальше по своей профессии. 3 года не могла себе просто даже в голове себе придумать, что я это сделала. Потому что я все подкопалась, а сейчас четко знаю, что я еду учиться и развиваюсь по своей профессии.